всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер, ну а сегодня мы с вами будем смотреть дополнительные материалы. Но в данном случае мы будем смотреть раздел «Дальнейшие эксперименты», поскольку бонусы, а там будут арты, видео, что-то дополнительное, это мы посмотрим уже после этого всего в отдельных видео. Надеюсь, вам понравится, ребят. Я решил так вот их всех поразбить. Надеюсь, вам зайдет видео отдельно, арт будут в отдельном видео. То есть, чтобы все было вот интересно. Я все это смонтирую, чтобы все было красиво и качественно. Ну, а прежде всего, надеюсь, вам нравится наше прохождение и геймплей, а также стримы. Чтобы их не пропустить, обязательно подпишитесь на канал, а также Discord, Контакт, DeviantArt, ссылочки все в описании. Ну и, конечно же, не забудьте поставить лайк, поставить колокольчик, чтобы быть в курсе дальнейших наших прохождениях, написать комментарий, что думаете по поводу дополнительных экспериментов, а также в самой игре Beyond Two Souls «За гранью две души», и, конечно же, самое главное, приглашайте друзей. Пусть нас будет больше, и будет веселее. Или обсуждать много чего больше. Ну а вебку я выключаю, но с вами я не прощаюсь. Поехали! Итак, дальнейшие эксперименты. Давайте смотреть. Давненько хотел вот ими заняться, я вот этот раздел ни разу еще не трогал. Надо чаечек еще налить. Ах, красота! Ух ты, какой внешний вид. Ладно, Холмс, приступим. Цель упражнения — проверить, на что ты и Айден способны в полевых условиях. Окей. Задача проста. Тебе нужно преодолеть полосу препятствий и найти выход. Лабиринт. Включай мозги и держи себя в руках. В ДПА это испытание подготовили специально для вас с Айденом. Не разочаруй их. Окей. Я буду следить из зала управления. Удачи, рекрут Холмс. Глэдис, получается, да? И? Давай, Джоди. Покажи им. Вот это уже по-нашему! Вот, а ты думал, такой серьезно уйдет. Ой. На время! Давай, Эдди. Принято. Да. Отлично. Принято. А вот и проходик. Вперед, Джоди. И вот заморочились же они как. Интересно, насколько мы успеем пройти топ материал? А тут пустовато. Это типа лабиринт. То есть я должен включать источники света, вдоль которых должен буду проходить. Ясно. То есть это работает только в одной зоне. Хорошо. Идем, Джоди. Так. Нам как бы туда надо. То есть сейчас надо обходить все это дело. Окей. Так. Вижу. Так, где она у нас? Я просто ее реально потерял.
В общем. Бежим. Мы же правильно бежим? Так. Лучше вот так включим турель. Вот, все, теперь видно. А то реально, ни черта ведь не видно. Нашли наконец-то выход. У нас сколько? А, 27 минут. Ну, еще пока успеваем. Да нет, нет, нет. А, ясно. Ясно. Это... Не-не-не, вот это, вот это. Есть, сконнектились. А почему все время приходится летать туда подряд? А тут мне не особо нравится, конечно. Ну ладно. Так. Отлично. Слушайте, они прямо ухитрились сделать такой хороший прям тренировочный полигон. Походу планируют много таких людей делать. Специально ради одного человека, такой специализированный тренировочный полигон делать. Бегом, 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 бегом. 26 минут, 26 минут. Ну тут закрыто. А что еще нужно сделать? Ага. Попробуй открыть с той стороны. Сейчас попробую. Я так пон... Ага, вижу, 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 вижу. За нами следят. Молодцы, мальчики, следите дальше. Так, это один. Ага, вот наш второй друг. Вперед, Джуди. Давай, бегом, бегом. Давай, 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 давай. Да. Неплохо. Так, это что такое? Ага. Ясно. То есть нужно вот это, эту заразу двигать. Прямо замучились ребятки-то. Ага, вижу. Давай. Есть. Что дальше? Ага. Понял. Дошло. Дошло до моей головушки. Он сейчас замагнитится, а мы пока затянем вот этот тросик. Подождите, тут еще что-то есть. А, понял. Джоди, давай еще раз. Вот оно. Вот это ловушка. Вот,
Вот это загадка, вот это мне нравится. Хорошо, что у корейцев этих загадок не было. Так, теперь подвинем вот эту. Отлично. И отпускай. Хотя, мне кажется, это можно было бы и самому пробить. Сколько у нас времени? Да, Джоди! У нас времени немного остается, насколько я помню. Так. Ясненько, ясненько. Давай, давай. Бегом, бегом, бегом. И подключаем. Интересно, сколько у нас времени остается? Учитывая весь этот масштаб, я думаю, нам сюда все-таки. Давай. Вверх. Вверх. Аккуратно, Джоди. Давай, давай, давай. Мы уже проходили это испытание. Давай, давай. Молодец. Угу. Вот не люблю я вот эти вот испытания на веру, прохождение. А, это надо запустить мне ее, да? Точно. Я думал... Давай, взаимодействие широкого поля. Джоди, держись, будет быстро. Так, тут что у нас? Угу, вижу. Так. И опять же, вот здесь надо тоже все пустить. Вперед. Только, пожалуйста, без... Сколько уже прошло времени? Я просто не знаю, что значит этот сигнал. Надо писать время. Вот я не вижу времени. У нас нет часов. Сейчас перед нами. А, 19 минут. Мы еще пока успеваем. Хорошо. Все просто прекрасно. Так. Это какая-то альтернативная платформа. Есть, отлично. Аккуратно, Джоди. Молодец. Держись, 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 держись. Почти добрались, почти добрались. Фух. Это, видимо, прямо зона испытаний и способности Айдена, я так полагаю, с большей степени, я бы сказал. Давай. А теперь держись. Погнали. Ну, мисс Холмс. Давай. Так, есть. И открыли. Седьмой уровень. Сколько времени у нас осталось? 18:04. Я поражен, Джоди. Я тебя знаю, но это
прошла на одном дыхании. Придется придумать что-нибудь посложнее. Давай. Молодец, Джоди. И ты, Айден, ты сам себя превзошел. Спасибо. Обожаю его. Обожаю этого коричка. Он же кореец. Ну, неплохо. 15 минут у нас, кстати, ушло на все это дело. Неплохо. 15 минут, а там больше было. То есть мы еще быстрее сделали, ребят. Я доволен. Я доволен. А может, здесь будет еще какой-то топ потерял? Нет, вот помимо вот этих вот дальнейших экспериментов. Давайте просто посмотрим. Может быть, он реально что-то новенькое подготовит. Просто если будет то же самое, то все. Но если это что-то новое, то поэкспериментируем по полной. Давайте посмотрим. Ну просто реально, может быть реально что-то новенькое дадут. Просто сейчас посмотрим, послушаем. Ну? Ладно, Холмс, приступим. Цель упражнения — проверить, на что ты и Айден способны в полевых условиях. Я лучше включу вебку. Задача проста. Принцип тот же самый. Тебе нужно преодолеть полосу препятствий и найти выход. Угу. Включай мозги и держи себя в руках. Я хочу вас подскринить, кстати. В ДПА это испытание подготовили специально для вас с Айденом. Не разочаруй их. Я буду следить из зала управления. Просто сейчас посмотрим. Если это новое он сейчас даст, то я буду проходить. Если нет, то... Ну, скипнем. Давай, Джоди. Покажи им. Вот это мне нравится. Вот мне понравилось. Покажи им. Тоже дает 30 минут. Да, это то же самое. Это то же самое. Нет, просто визуально уже вижу, то же самое. То есть это просто один такой DLC дополнительное. Ну ладно, что ж поделаешь. Тогда, ребят, я на сегодня с вами на данный момент прощаюсь. Но не забывайте, нас ждет еще много дополнительных материалов. Так что скоро увидимся. Надеюсь, вам все это нравится. Поддержите нас лайком, комментарием и подпиской на канал. А также в Дискорде, ВКонтакте, на ДНРте. Ссылочки все в описании, ребят. До скорой встречи и погнали!